В Саратове сентябрь – время ежегодного международного телекинофестиваля «Саратовские страдания». В этом году он будет проходить уже в 8-й раз. Программу фестиваля организаторы представили журналистам на прошедшей пресс-конференции. Чего ожидать зрителям, узнала Екатерина Вавилова. О документальной мелодраме, о фильмах, присланных на конкурс, о том, кто из известных деятелей российского кино в этом году приедет в Саратов, говорили на пресс-конференции в Министерстве культуры области, посвященной 8-му телекинофестивалю «Саратовские страдания». Более 150 фильмов более чем из 15 стран мира прислано в отборочную комиссию. 19 вошли в конкурсную программу, 12 в специальную. Откроется фестиваль 10 и 11 сентября традиционными зрительскими днями. Народный артист России Валерий Баринов представит 11 сентября фильм «Вишневый омут» по сценарию Михаила Алексеева. Олег Табаков в рубрике «Список президента» предваряет 12 сентября специальный показ его любимых фильмов. На церемонии открытия он расскажет о фильме «Шумный день». Это одна из первых картин, в которой он снялся. Одна буква ученой литературы, излишне весь, упрям. В рамках фестиваля 14 сентября пройдет творческая встреча с писателем, журналистом и критиком Дмитрием Быковым. Фильм «Закрытие. Китайская бабушка» 15 сентября представит народные артисты России Александр Михайлов и Ирина Муравьева. Екатерина Вавилова, Николай Котов, Вести.